Это Noize MC специально для хип-хоп в России от первого лица. Я не буду дожидаться от этих молодых людей наводящих вопросов и начну, пожалуй, с самого начала. Я родился 9 марта 1985 года в городе Ярцево. Неподалеку оттуда, в городе Гагарине, 9 марта 1936 года, если не ошибаюсь, родился Юрий Гагарин. Поначалу это был, собственно, единственный повод для гордости, да и то об этом мои родители не знали. Ребенком я был очень спокойным, даже патологически спокойным. Ну, то есть моей маме подруги в шутку говорили, что меня надо за деньги показывать. Ну, что, собственно, в итоге и получилось, по большому счету. Ну, в общем, мне достаточно было сказать один раз, что куда-то не надо ползти, и я этого не делал. Я не совал пальцы в розетку, кажется, ни разу. Ну и вообще, все предвещало довольно скучное ботаническое будущее. Я интересовался окружающим миром, но как-то делал это больше через, ну что ли, книжки художественные, образы. Ну то есть меня с очень маленького возраста тянуло именно к какому-то творчеству. Меня очень впечатляли не только сами книги, которые я читал, не только фильмы, мультики, которые я смотрел, но мне было очень интересно, как это сделано, и всегда хотелось попробовать что-то написать самому. Первые какие-то рассказики, попытки, ну, как-то облечь свою мысль в письменную форму, я начал сочинять где-то, ну, лет, наверное, в 7-8. Ну, как пошел в школу, собственно, научился писать, так и начал заниматься всевозможной писаниной. Этого графоманства у меня накопилось столько, что я, когда увидел архив тех времен, ну, немножко удивился. Там были иллюстрированные книжки всякие, разрисованные карандашами, попытки сделать комиксы, потому что комиксы в Ярцево было купить невозможно, но по ящику их уже вовсю показывали, и, конечно, очень хотелось себе заиметь парочку. Например, у меня есть самопальный, сделанный в тетрадке комикс с медвежонком Бамси. Был такой финский полиграфический персонаж, про которого показывали мультик по второму, по-моему, каналу. И вот почему-то очень хотелось мне подержать в руках нечто такое, вот пришлось сделать самому. Где-то во втором классе я начал вести дневник. Первые пару лет этого дневника, это страшное занудство, я делал это практически каждый день, и выглядело это примерно в таком духе. Сегодня у нас было 5 уроков, на уроке чтения мы делали то-то, то-то, я получил 4. Потом как-то все стало совсем... ну, не совсем, но поинтереснее слегка. Ну, то есть самый ржачный период там это где-то лет 13-15. Это пересчитывал, ну, все-таки поражался, какая же каша творится у подростков в голове. Да, я во всех классах хорошо учился, я закончил школу с золотой медалью. Но где-то начиная класса 7-8, я стал сочетать хорошую учебу в школе с другими более интересными занятиями, а именно побухать с одноклассниками, потом сказать маме, что я отравился каким-то хот-догом и так далее. В общем, где-то лет с 13 пошла уже такая, ну, нормальная подростковая, около рок-н-ролльная жизнь. Я стал принимать участие в различных группах и, соответственно, ну, как-то стал поближе к запретному темному миру взрослых, занимался, ну, обычно для подростков самопознанием на эту тему. Подожди, а какую ты музыку в детстве слушал? Ну, первое, что меня вообще заинтересовало как музыка, это лет в 10 мне дали послушать кассету Агаты Кристи. Там на одной стороне была «Позорная звезда», альбом 94-го, по-моему, года, а на другом, собственно, на другой стороне «Опиум для никого». Ну, эти две записи ходили часто в сплите, и вот, собственно, одна из них мне и досталась. Ну, мне тогда казалось, что это круто прям. Вот, и даже я недавно в машине где-то ехал, играли как раз вот эти все песни, ну, несколько даже я послушал, в принципе, с такой, с ностальгией по глубокому детству, там, песня «Больно», например, с хорошим грустным гитарным рифом. Но это все были цветочки, потому что потом, ну, пройдя
такую фазу увлечения музыкой 60-х, рок-н-роллами всякими, Beatles и так далее. Я наконец-то открыл для себя Нирвану. Это был, опять же, странный сплит пиратский, у других, собственно, тогда не было. Это Unplugged in New York и, ну, грубо говоря, лучшие хиты. То есть там были песни какие-то с Nevermind, с Inutera, то есть, естественно, была Rape Me, там, Hardship Box и так далее. И вот это уже, ну, в этом была какая-то такая эмоция, которую я от музыки вообще до этого не получал. Это было что-то, ну, такое запредельно крутое. В этом был какой-то мир, это открывало какие-то, ну, неведомые доселе чувства. Я чувствовал вещи, которых 12-летний сопляк не мог, в общем-то, знать, по идее. А ты хоть не понимал, о чем эти песни? Да, блин, ты читал тексты Курта Кобейна, он сам приблизительно не понимал, о чем эти песни, мне кажется. Какие-то слова, конечно, я там название песен переводил, какие-то у меня чуть попозже появились книжки с табами и аккордами, там эти тексты были, я тоже, соответственно, переводить как-то это пытался. Вот, но в этой же, на самом деле, именно если говорить о Нирване, вообще об энергетике гранжа, то нарочито бессмысленные тексты, перегруженные нестыкуемыми образами, это, в принципе, ну, характерная особенность жанра. И дело там совсем не в этом, а именно в странных эмоциях, которые передаются через сочетание, ну, каких-то поп-мелодий, захватывающих дух, с оглушительной яростью и именно вот этими переходами от спокойной лирической части к Рубилову. Тогда же примерно я послушал впервые Металлику и группу Clawfinger, которая дико меня не забодрила. Я послушал Clawfinger и понял, что рэп я ненавижу. Металлика мне понравилась больше. Вот, но основным фаворитом все равно осталась Нирвана очень долгое время. Ну и вообще эта музыка оставила неизгладимый след, в принципе, вообще во мне, во всем, что я делаю. Ну вот как-то так. Как ты говорил, что принимал участие в разных рок-группах, ну, в 7-8 классе, как вообще впервые пришла в голову идея что-то делать вот именно в музыке? Когда мне было 10 лет, да, уже было 10, это был 95-й год, у меня был друг Андрей Селезнев, у нас дружили отцы. Мой папа к тому времени уже с нами не жил, а вот семья Андрея жила совсем неподалеку с домом, где мы, собственно, с мамой жили на тот момент. И его отец тоже играл на гитаре. На таком очень дворовом уровне, ну, шпарил аккордами, что-то там подбирал какие-то соляки на одной струне. У него там была тетрадка с какими-то популярными песнями. Ну вот. И мы, собственно, просто баловались на гитаре с ним вдвоем. Мы пытались сыграть на первой струне мелодию «В траве сидел кузнечик» и заспорили, как же это все-таки делается. У меня были какие-то супер базовые навыки, потому что пока папа еще жил с нами, комната вся была завалена какими-то клавишами, гитарами и прочими инструментами. И периодически мне, конечно, хотелось просто потыкать пальцами в аппаратуру с кнопками. Вот, поэтому там и на гитаре, и на клавишах что-то я там, ну, как-то мог изобразить. Ну и, собственно, мы заспорили, как правильно это играется, показали эксперту в лице его папы то, что мы пытаемся сделать, и он обескуражил нас тем, что мы оба все делаем неправильно. Показал, как нужно, это нас как-то увлекло, и мы начали пытаться осваивать, в общем, инструмент. Какие-то совсем начальные сведения сообщил нам он, а потом поступило предложение от моего папы ездить к нему на работу официальную, где он тогда числился, в ДК, и, собственно, там заниматься. Ну, как раз вел кружок по гитаре. Какое-то время мы туда поездили, я научился что-то играть, там какие-то аккорды, арпеджио основные освоил, какие-то обычные такие, да, дворовые навыки, чтобы играть песни. Ну, тут выяснился такой момент, в общем, папа как-то пару раз нас пригласил, мой папа нас пару раз пригласил к себе домой, это было в другой части города, и он тогда уже жил со своей второй женой. Когда мама узнала, что я там был, она дико вообще на эту тему расстроилась и
долго ругалась, и, в общем, в итоге запретила мне туда ездить, сказала, если хочешь учиться играть на гитаре, то иди в музыкальную школу. Это была середина года, и набор уже давно был закончен, но, в общем, опять же, при содействии папы в музыкальную школу я попал. Это, конечно, было дико сложно, и пришлось наверстывать упущенное, что я, по большому счету, сделал только к классу третьему-четвертому. Вначале я просто ходил на сольфеджио, музыкальную литературу, и кое-как получал там тройки, просто не понимая, что происходит вокруг. А когда назрел момент переезжать в Белгород, где уже жилась семья маминой сестры, там я перешел в другую музыкалку, и там стало все еще жестче, потому что и город был покрупнее, требования более высокие. Ну и вообще, меня засунули в группу к пианистам, которых традиционно дрючат еще сильнее, чем струнников и народников, между которыми все время пытаются, в общем, как-то поделить классическую гитару в музыкальных школах. Давай локацию сменим. Дают нам комнату отдельную. Комнату отдельную, давай. Мы остановились на переезде в Белгород. Угу. Во-первых, когда это было? Это был 97-й год. Август. Нет, какой закончил. Я тут только пошел еще в 7 класс. Еще, собственно, только начинался самый интересный период. Мы переехали спонтанно. Разговоры о том, чтобы уехать из Ярцева, шли давно, но моя мама поступила очень решительно и неожиданно для всех. Там еще жила семья, собственно, ее родители, дедушка, бабушка моя, прабабушка еще тогда была жива. Мы просто поехали в гости к моей тете, собственно, к маминой родной сестре, ну, как-то посмотреть на город, попробовать там обдумать подробнее, что из себя мог бы представлять наш переезд, а в итоге просто остались там. Остались мы там в довольно интересном положении, у меня даже не было толком никаких вещей с собой. Начинался учебный год, и мы жили в однокомнатной квартире с совмещенными ванной и туалетом. Всемером, если не ошибаюсь. То есть по утрам, где-то в 6:30, выстраивалась длинная очередь в этот самый ванно-туалет. В плане бытовухи, конечно, все было очень весело, но я постоянно тусовался со своими двоюродными братом и сестрой. Мы увлекательнейшим образом проводили время. Там были музыкальные магазины, в которых можно было найти, собственно, вожделенные книжки любимых групп с табами и аккордами. Город производил впечатление, ну, просто самого настоящего мегаполиса. Из окна даже была видна местная телебашня. У меня просто захватывал дух от перспективы, что мы еще и здесь останемся, и, видимо, практически навсегда. Это было как, не знаю, действительно, я это воспринимал как переезд в большой город, полный новых возможностей, открытий. И это было, конечно, большое приключение. Кое-как из гардероба моего дяди мне набрали вещей, и в них я, собственно, пошел в новый 7 класс, в новую 10 школу, где, собственно, и проучился до окончания. Ну, сначала, поскольку все мои документы из Ярцева еще не перевели, меня определили в 7 Д. Это был такой класс типа обычный, где было повышенное содержание всевозможных оболтусов и двоечников. Об моей успеваемости ничего не было известно, поэтому в элитные классы типа А и Б меня переводить сразу не стали. Ну, мне там нравилось, меня очень хорошо приняли. Как-то я быстро завязал первые знакомства. И даже немножко грустно было переходить в А-класс через где-то месяц или полтора, потому что там царила несколько иная атмосфера. Было больше таких надменных детей. Там училась практически вся, ну, собственно, элита нашего города, и это накладывало определенный отпечаток. Я сразу почувствовал разницу в отношении, когда только зашел в класс.
Собственно, надо еще сказать, что я был очень круто одет по вышеуказанным причинам. Это, конечно, добавляло мне очков в глазах новых одноклассников. И там еще я быстро ощутил, что если в том самом D-классе я как-то быстро нашел людей, которые слушали примерно то же, что и я, то есть увлекались рок-музыкой, что-то смыслили в гранже, там, у нас был примерно одинаковый набор кассет, то тут я осознал, что в А-классе, ну, все-таки все как-то больше на рэпе и группе Prodigy. Ну, меня эта музыка на тот момент, можно сказать, не то что не интересовала, а даже отталкивала. К Prodigy я определенный интерес проявлял, потому что в те времена активно крутили по ящику, ну, в частности, по ТВ-6 в диск-канале клип «Бриз». Ну и, конечно, панковский имидж Prodigy и использование тяжелых гитар, ну, говорило в их пользу. А вот по поводу рэпа, я вам напоминаю, меня даже группа Clawfinger адски не впечатлила. Вот, и вообще этот жанр долгое время для меня оставался каким-то странным. Я не понимаю, что вы вообще слушаете, это же говно. Тем более слушали, ну, ужасные, по сути, группы, то есть всякие там Nana, C-Block, вот такую всякую, ну, в общем-то, попсу европейскую. Тем не менее, ну, я был меломаном, проявлял все-таки интерес какой-то к этому всему. И ради эксперимента поменялся как-то кассетами. Мне в итоге вернули мою Нирвану вот так вот. Ну, я с таким же видом вернул им то, что они мне дали послушать. В общем, как-то сначала это все не задалось. Надо еще сказать, что в плане музыкальных пристрастий в классе было несколько, ну, таких очень уверенных в себе гопников, по сути, таких наглых спортсменчиков, у которых уже в 12 лет ломался голос, они нравились девочкам и по этому поводу думали, что можно, в общем-то, и издеваться над всякими типами вроде меня. Ну, собственно, надо мной действительно можно было издеваться. Потому что дать им втык я не мог, а, собственно, что я еще мог им противопоставить. Единственное, что когда наступала какая-нибудь контрольная, естественно, все начинали списывать у меня полненького ботаника в странной одежде, и на какое-то время, в общем, все становились моими друзьями. Полненького? А? Полненького. Да, я был вообще жирный товарищ, честно говоря, и в этом статусе пребывал класса, наверное, до 10-го. Это меня, конечно, дико парило, обламывало, и... Собственно, те самые гопники, о которых я говорил, не упускали случая по этому поводу. В общем, тоже использовать это в своих атаках всевозможных. У меня была кличка Сумист. Ну, то есть, правильно говорит Сумаист, но это не очень их парило, и я более того сам этого не знал. Да и поправлять бы вряд ли бы их принес, если бы мне это было известно. Ну, музыка действительно была для меня отдушиной, и... Я понимал, что, кажется, я умею это делать лучше всего. Я продолжал учиться в музыкальной школе, участвовал в различных конкурсах для исполнительной на классической гитаре. Параллельно, конечно, ну, пытался сочинять свои какие-то вещи. Сначала это был, ну, какой-то такой русский рок с наивными текстами о любви. То, с чего, в принципе, все, наверное, начинают. Те, кто бренчит на гитаре и много грустит. Ты много грустил? Я вообще много грустил, да. Я был очень сентиментальным чуваком. Ну и тема одиночества, в общем, ну, была мне близка крайне. У меня были, конечно, какие-то знакомые. В основном, поначалу это были такие же аутсайдеры, как я сам. Но позже немножко настроения переменились, это тоже было связано с музыкой. Было такое замечательное мероприятие под названием «День здоровья». Это раз в год осенью вся школа собиралась, садилась в огромный автобус и ехала в лес, где проводились различные спортивные конкурсы. Между классами бывали какие-то там соревнования такие, ну, не КВНовского характера, ну, какая-то типа самодеятельность. Вот, и мы поехали туда, собственно, и я взял туда гитару. Сыграл там, помимо прочего, несколько своих песен.
что-то играл из общеизвестного. Ну, там, кино, пачку сигарет. Из Чижа я что-то знал на тот момент. Вот. И... Ну, это вызвало какое-то уважение в рядах музыкально продвинутых персонажей. Собственно, одним из которых был Адик, вот, известный как 228 нынче. Вот с ним мы на почве музыки подружились. Он тогда слушал тяжелую металлическую музыку, всевозможную Пантеру, Сепультуру, Креатор. Но при этом, что парадоксально, он как раз наше знакомство состоялось в тот момент, когда он немножко отходил от тяжеляка и вдруг увлекся очень ненадолго, но очень сильно группой Spice Girls. Я помню, что был такой момент, когда он просто приходил в школу, например, в майке Сепультура и в шортах Spice Girls с их, собственно, фейсами вот здесь. Ну, было, конечно, дико круто и... Наверное, именно это вдохновило на меня на совмещение несовместимых музыкальных стилей. Мы с Аркадием стали сидеть за одной партой, много общались, и у нас возникали периодически мысли, как бы замутить некий музыкальный проект, но оформиться этому было суждено несколько попозже. А знакомство, которое у меня завязалось еще в том самом 7D, Стас Бучаров, он более... Ну, как-то с ним мы замутили в итоге нечто музыкальное пораньше. Он, ну, надо о нем рассказать немножко побольше. Он занимался брейком, как раз активно слушал группу Prodigy. Был таким, ну, слегка первым парнем на деревне, что ли. То есть он, пожалуй, был первым и чуть ли не единственным из моих знакомых тогдашних, кто... в любую жару готов был ходить в шапке, вот как я сейчас, спасибо тебе, Стасик. Вот. Мастерил какие-то импровизированные рэп-цацки просто из подножного корма. Уже тогда покуривал дудку и, в общем, ну, такой был стильный парень. Именно он первым начал мучить бабушкины проигрыватели, чем, собственно, и меня заразил. Вот, но я немного скачу в хронологии, на самом деле. Стоит, наверное, для начала подробнее осветить такую параллельную музыкальную ветвь, в общем, что происходило в тот момент. Наконец-то сбылась моя давняя мечта поиграть в рок-группе. Был такой, как его назвать, кружок. Ну да, кружок, наверное. В общем, в технологической академии, которая располагалась не так далеко от нашей школы, в их ДК было оборудованное помещение, собственно, репетиционная база, где за небольшие деньги можно было репетировать пару раз в неделю. И причем там тебе могли подыскать музыкантов, которым как раз не хватает кого-то вроде тебя. Собственно, меня познакомились с ребятами, которые, ну, у которых некому было петь, и как раз не было ритм-гитариста. Назвали мы эту супер-мега-группу Spirits, и играли в основном каверы, ну, как раз на все то, что нам нравилось на тот момент. Мы играли Metallica Unforgiven 2, Come As You Are Nirvana, One of Us, Joan Osborne, Чижа Перекресток. И в виде глума периодически поигрывали Vanilla Ice, Ice Ice Baby. У барабанщика была... Блин, не помню, какая у него была майка, но какая-то мощнецкая такая, интересная. Вот, у второго гитариста была майка Sex Pistols. Я ходил стабильно в Нирване туда. Басист был просто огромный по сравнению с нами чувак. И, вот это, и видимо, майк Sex Pistols на него, его размера не было, поэтому он в них не ходил. В общем, мы все, собственно, так это глумились над рэпом, но я больше глумился с ними за компанию, потому что в тот момент, ну, потихоньку у меня появлялось все-таки некое лобби к этому жанру, в основном благодаря группе Prodigy, которая и Beastie Boys сэмплировала, и у них была песня Diesel Power, которая мне тоже нравилась. В общем, как-то вот через брейкбит и вообще смежные вот эти электронные стили все, я как-то стал к рэпу относиться более позитивно. И в какой-то момент, собственно, вот с тем самым Стасом, который научил мир носить шапку, даже когда жарко и в помещении,
И Адиком, который, собственно, был моим одноклассником уже в 7 А. А, нет, вру. Адик к нам присоединился позже. Сначала это был Стас, Вова Нарик из 9 класса, тоже брейкер. Парень постарше, который ходил с крашенными волосами в каких-то самых жестких балахонах группы Prodigy и имел определенный психоделический опыт, включая, если не ошибаюсь, клей и еще какие-то замесы. А также был Миша Дикий, собственно, сыну которого мы с тобой сегодня пытались купить подарок. Ну, вот в таком составе была создана феерическая команда под названием «Нейтралка». Это название придумал, собственно, Стас Бочаров. Мы думали, наверное, что мы исполняем брейкбит. А на самом деле? На самом деле у нас были какие-то брейкбитовые песни где-то с... Ну, надо сказать, что музыка делалась вся на синтезаторе Yamaha PSS-31. Это такая... примерно клавиатура с маленькими клавишами. Я на ней делал домашнее задание для ФАНО в музыкальной школе и, собственно, выжимал из нее максимум, какой только мог. Там было несколько неплохих битов около фанковых. В общем, на них и было построено в основном наше творчество. А уж что я там сверху мог наиграть, ну то и мог наиграть. Вот, ну, были какие-то песни действительно около брейкбитового такого характера, естественно, с этим очень наивным звуком, но на тот момент это все-таки вызывало такую эмоцию, что когда мы одноклассникам ставили нашу кассету, они говорили, нифига себе, а на чем вы музыку сделали, типа, как это вообще, откуда вот это взялось. Вот, у нас были такие, ну, что-то, попсовые песни, то, что сейчас, я, если честно, кажется, как раз и, да, из того периода, один или два трека переписал текст и продал каким-то, как какой-то попсе там. Вот. Там был речитатив, но это больше было, как я не знаю, какая-то группа-банда. Ну, просто тогда не было еще группы-банда, были мы. Вот. Были какие-то... Ну, были какие-то совсем такие рэп-вещи. Ну, в общем, это... Было то, как мы себе представляли, ну, современную урбанистическую музыку. Естественно, это было ужасно по саунду, отвратительно по текстам и вообще все страшно наивно, но тем не менее этого больше в городе, казалось, никто не делал. Это примерно тебе 14-15 лет, как я понимаю? Это было 14, да, где-то. Вот, и какое-то время вот эта рок-группа и, собственно, коллектив, о котором вот я сейчас рассказывал, они существовали параллельно, за что участники обоих коллективов меня подъебывали всячески. Но потом судьба моя решилась очень символическим образом. Дело в том, что все мои одноклассники уже ходили на дискотеку в кинотеатр «Русич», которая начиналась в 6 часов вечера и заканчивалась в 9. Шла на 3 дня в неделю, пятница, суббота, воскресенье. И мне очень хотелось ходить с ними, но мама меня не отпускала, потому что это рассадник алкоголизма, разврата и путь в никуда. Я по этому поводу придумал отмазку про очень поздние репетиции, собственно, с рок-группой. И по неосторожности взял и надел майку Prodigy, а не балахон Нирвана, который я надевал всегда на репетиции. Ночевать я после этого всего пошел к бабушке. Ну, чтобы не спалиться там и все такое. И тут позвонила мама и сказала, что она все про меня знает, типа, что я был на дискотеке. Говорю, да с чего ты взяла вообще? А она говорит, ну, ты одел не Нирвану, типа, а Prodigy, ты в Prodigy на репу бы не поехал. И она была права, ничего было возразить, потому что все эти познания у нее были именно от меня. И вот в этом субкультурном замесе в итоге пострадали мои рок-репетиции. В итоге я переключился на электронную музыку и новые веяния и продолжил репетировать с тем коллективом, где, собственно, я один делал всю музыку и пел припевы, потому что кроме меня в ноты никто не попадал, а все остальные, ну, как-то там учили по две строчки какие-то рэпаки и
перебивая друг друга, как Beastie Boys, только гораздо хуже, выдавали, собственно, музацию. А сам ты, прости господи, не читал еще тогда? Не, ну я читал, и более того, большую часть текстов писал я, поэтому мне приходилось им показывать, как это делать. Но читал я меньше, чем, ну, по сравнению с остальными, потому что у меня, в общем, были другие задачи, мне в любом случае было чем заняться. Первое наше выступление именно с этой группой произошло, состоялось на конкурсе дворовой песни в Дворце пионеров. Я очень волновался, мне дали клавишную стойку, и это для меня было равносильно тому, что, ну, просто мой технический райдер был сверхвыполнен. Мне дали маленький джек, чтобы я воткнул его в клавиши, и так громко я свои клавиши никогда не слышал. Мы вышли, парни как-то даже двигались, а я, чтобы мне не было так страшно, или наоборот, я просто забыл ее выплюнуть, в общем, я жевал жвачку. А технический райдер мой не включал микрофонную стойку. То есть клавишную стойку мне дали, потому что без нее совсем уже никак, а вот микрофонной не было, и поэтому одна из девушек, которые объявляли, собственно, номера программы, и, я так понимаю, состояли в жюри, прямо во время исполнения песни, пока я там играл свои партии, стояла, держала мне микрофон и говорила, ну как не стыдно жевать жвачку во время выступления. А это было вообще самое первое твое выступление, или вот с рокерами ты до этого выступал? С рокерами мы так и не выступили, я как-то пытался на репетицию позвать несколько своих друзей, помимо прочего, девочку, которая мне очень нравилась, но злой и страшный руководитель кружка не разрешил этого сделать, а то придут еще тут, затопчут все, поломают, сожгут. После Авраэля насрали, чудо привели, короче. Но он очень переживал на эту тему и никого не пустил. Поэтому даже такое выступление с рокерами не состоялось, к сожалению. Это, по сути, было мое... Ну да, наверное, это было первое выступление. Это было дико страшно. Очень. Я еле дожил до конца. Но в целом, ну, мне кажется, для того, что мы, в принципе, тогда могли, мы выступили неплохо. То есть каких-то лаж... Там косяков глобальных не было, все вроде бы, никто не забыл текст, все было плюс-минус нормально слышно. Помимо нас в схожем жанре выступала команда брейкеров, ну, примерно нашего же возраста. Их как раз знал Вова Нарик, как главный тусовочный персонаж на тот момент в группе. Они прямо на двухкассетном магнитофоне нарезали минус... Отпетых мошенников, всяко разное, это не заразно. У них был какой-то свой текст под это и танцевальный номер. Ну, что, по технологии это был самый настоящий олдскульный хип-хоп. Прямо вот то, что DJ 108 рассказывает про начало 90-х, по-моему. То есть, ну, как бы true, да. Даром, что хаос. Мы ничего не заняли, естественно. И позже нас ждала клубная слава белгородская, в общем, без всех этих дворцов пионеров. Собственно, та самая дискотека в кинотеатре «Русич» по-прежнему манила к себе и казалась землей обетованной. Мы познакомились с диджеем, который эти дискотеки, собственно, вел, Саша Лесных. Он же диджей-миксер. На самом деле, сейчас, вспоминая о тех временах, я понимаю, что Саша был страшным карабасом-барабасом. Он очень быстро понял, что то, что мы делаем, это довольно прикольно, учитывая, что в городе вообще никто особо этим не занимался. И дал нам несколько раз выступить на, собственно, той самой дискотеке, из-за которой я распростился с роком навсегда. Выглядело это примерно так. А, да, мы получили возможность использовать умопомрачительную аппаратуру, то есть у него был мини-дисковый рекордер. Была возможность, во-первых, качественно записать просто живьем то, что мы делали. А во-вторых, была возможность сделать какую-то подложку и сверху сыграть еще раз на клавишах. И для живых выступлений это давало, конечно, небывалые возможности по тем временам.
То есть я делал запись на мини-диск, изначально там была какая-то, ну, собственно, бит с клавишей, какие-то уже наигранные вещи, а сверху я уже другим звуком во время выступления что-то наигрывал. В какой-то момент один из участников группы не смог принять участие в выступлении, и выходить петь пришлось мне, как раз под эту мини-дисковую, собственно, фонограмму. Это было мое первое выступление, когда я был просто с микрофоном. По ужасному стечению обстоятельств я надел тогда именно балахон Нирвана, футболка Продиджи была в стирке. Я стоял как вкопанный и просто готов был обосраться в любую секунду. Это было дико страшно. Было, наверное, человек 20, которые с распахнутыми глазами просто на нас взирали. И не то чтобы им, наверное, я не думаю, что им слишком нравилось то, что происходит. Просто это было удивительно, опять же. И мы брали, конечно, эксклюзивы, я думаю, больше в то время. Но, тем не менее, как-то я там все это спел. Ну и вообще, я вот очень хорошо помню эмоции, которые... Тогда во мне вызывали живые выступления. Действительно, та музыка, которая придумывалась дома, там, в наушниках или на неполной громкости вечером, вдруг начинала звучать через колонки, и все эти скромные битки с наивными звуками вдруг начинали, ну, так, колбасить, ухать, и казалось, что это прям все как по-настоящему, прям как Boomfunk MCs прям хуячит. Это, конечно, очень вдохновляло, и хотелось сделать это чаще. Позже эти дискотеки стали вести уже мы сами. Нам все время обещали, что нам когда-нибудь заплатят. То же самое мы ретранслировали своим родителям, пытаясь оправдаться, что нас опять нет вечером дома, и вместо того, чтобы учить уроки, ну или хотя бы, как в одной рэп-комедии говорят, сегодня суббота, так сходи посмотри на школу. В общем, мы почему-то пропадали вечерами в этом самом заведении, возвращались иногда в странном состоянии. Конечно, родителям казалось, что мы, может быть, и пьяные, но мы как-то убедительно умудрялись отмазываться. Ну, в общем, это был удивительный мир ночной жизни, наполненный интереснейшими событиями. Мы осваивали, ну, технику сведения, какие-то диджейские штучки примитивные. Периодически Саша Лесных, он же диджей-миксер, давал с балского плеча попользоваться своей вертушкой Technics, и можно было даже попилить что-то во время сета. Был 12-секундный сэмплер в диджейском пульте Newmark, который мы тоже всячески юзали. Собственно, у нас появился доступ к аппаратуре, которая по тем временам казалась просто нереально инновационной. У нас появилась возможность часто выступать, и мы, естественно, и тем, и другим пользовались. Единственное, что контингент, который ходил на эти дискотеки, все больше и больше требовал попсы. Такой прям совсем оголтелый и страшный. Если... Изначально мы пытались играть, ну, какую-то актуальную на тот момент танцевальную музыку, там Speed Garage, там хаус какой-то, брейкбит, даже джангл периодически заряжали и делали попытки, нас было четверо. А, ну, в тот момент как раз изменился состав уже, это называлось не нейтралка, а VIP, и из прежнего состава там остались, ну, собственно... Получается, я, Стас, да, из первоначального состава вот той группы «Нейтралка», о которой я говорил, остались я и Стас Бочаров, к нам присоединились Адик 228 и Игорь Николаенко. Это, в общем, парень, который сотрудничает, я так понимаю, с 228 по сей день, пишет какие-то минусовки периодически. Какое-то время он транс-музыкой занимался. На тот момент... А, ну, собственно, Игорь был вторым гитаристом в Mike Sex Pistols, которого мы перевоспитали и сделали нереальным, запредельным супер-рэпером. Он даже со мной вместе писал тексты в какой-то момент, и мы несколько треков его сочинений исполняли тоже все вместе. А у VIP была какая-нибудь расшифровка специальная? В VIP не было никакой специальной расшифровки, расшифровывалась эта аббревиатура именно так, как она расшифровывается. Так вот, мы получили доступ к аппаратуре, несмотря на непонимание широкой аудитории в лице тех 70-100 человек, которые приходили на эту феерическую дискотеку. Да, в общем, не волновало нас это особенно, потому что на тот момент мы... Ну, свято верили в то, что мы делаем, считали, что это очень круто, и пользовались всеми техническими благами, которые на нас свалились,
по максимуму. То есть, если раньше наши записи представляли собой просто запись на внутренний микрофон магнитофона, то тут мы подключались в мафон уже напрямую через пульт и записывались на кассеты с запредельным по тем временам качеством. То есть нам казалось, что это вообще прям очень круто. Ну, это сейчас любой может там во Фрутилупсе и Эсиде что-то накропать и записать это с использованием там возможности редактирования, монтажа и так далее. Тогда это все записывалось живьем, и действительно нужно было хорошо выучить песню, там, порепетировать, и тогда уже записываться. Мы, собственно, использовали и сэмплер, и какие-то были попытки скретчи в реальном времени. Во время записи мы жонглировали двумя микрофонами на четырех человек. Это было очень увлекательно, и когда это потом становилось действительно альбомом, по сути, мы с увлечением наперебой рисовали к этому обложки. То есть это был настоящий такой DIY, и это было очень увлекательно. А много записали? У нас была подборка песен под названием «Наше время», а там было треков 11, что ли, или 12. Были более поздние записи, они... Я вот не помню, как они назывались. Сейчас их издают на пиратских дисках под названием «Думать о тебе», в скобочках 2001. Но это, на самом деле, наверное, немножко пораньше все-таки было сделано, это где-то 2000 год. И... Да, в тот момент еще начинала развиваться альтернативная сцена в городе, локальная в том числе. Появилась такая группа Gorilla Biscuits. Это была такая попытка Guana Apes. Девочка Маша пела у них на английском языке какие-то вещи. Они делали совершенно инновационные по тем временам штуки. Например, у них были какие-то интро электронные, сделанные на компе, которые они запускали с плеера. И потом уже начинали рубить сверху. Мы были на таких выступлениях, были адски впечатлены вообще. Нам хотелось что-то с ними сделать, но, в общем, они, видимо, были не в курсе, что нормальные неметаллические пацаны мечтают записаться с крутыми рэперами, а вот за отстойные всякие говорят, что нам не нужны никакие фиточки, типа, уходите отсюда, мы рок-звезды. Вот. Но в тот момент во мне опять начали, по сути, просыпаться гитарные, в общем, корни. Хотелось, конечно, какого-то рубника. Об этом я расскажу, как только упомяну очень важную деталь. На чем в тот момент делалась музыка? Это уже был не тот синтезатор Yamaha PSS-31, который, кстати, вот у меня до сих пор есть, периодически очень приподнимаюсь им. Прям ностальгические чувства испытываю, когда играю. На нем, кстати, знаешь, что сделано? Интро в песне «Бэктон номер один». А-а-а. Вот это имитация типа, собственно, рингтона, такого медюшного. Это на вот этом синтезаторе сделано. Так вот, у меня появилась приставка PlayStation первая. Ее мне подарил папа. Мы с дедушкой к нему ездили, когда мне было 15. Получается, в 2000 году. Вот, он мне подарил приставку, и к ней была музыкальная программа Music 2000. То есть сначала была просто Music, я успел какие-то минусовки написать на ней, а потом была уже Music 2000, она была уже совсем крутая. Но она по-настоящему была крутая. Я сейчас слушаю даже минусовки, которые тогда были сделаны, а это даже несколько минусовок более позднего проекта Face to Face. И, это действительно убедительный саунд был по тем временам. То есть на компе... была просто возможность, больше было возможностей сэмплирования уже каких-то фишек наворотов, но, в принципе, сэмплировать даже можно было на ней. Это выглядело примерно так. Там была, собственно, специальная опция, ты доставал диск с этой программой, то есть часть необходимая оставалась в оперативке, только, то есть диск ты вынимал, вставлял компакт, с которого ты хочешь засэмплировать, и была возможность записать какой-то кусок. Сохранялись все музыкальные проекты на карту памяти, и, собственно, вещи с сэмплированными кусками, они весили гораздо больше, и карты памяти всегда были дефицитом. У меня было штуки 4, и их постоянно не хватало. Не было возможности еще скидывать минусовки на комп, поэтому все приходилось хранить только на приставке. А во время записи, собственно, выглядело все так. Вот эти два микрофона в диджейский пульт втыкались, приставка подключалась тоже на линейный вход. И что-то сверху, там сэмплерные какие-то вещи и вертушки, это все записывалось, опять же, поверх в реальном времени.
Так вот, теперь, собственно, о гитарном Рубилове. В том же, по-моему, в 2000 году произошло, ну, судьбоносное, я считаю, для меня знакомство с Джоником, JK-13. Это, ну, культовая для Белгорода личность. Это создатель группы «Рычаги машин», где я успел долгое время поиграть на басу, выступить, ну, с автором нескольких текстов. Но вот это все началось несколько позже. Познакомились мы в 2000-м, потом в тот момент мы как раз с ребятами на основе вот этой дискотеки мутили рэп-фестиваль. По сути, первый в городе рэп-фестиваль, потому что единственный рэп, который был, в общем, в Белгороде до нас, это два брейкера, один из которых погиб уже к тому моменту, когда мы узнали, ну, собственно, познакомились со вторым участником, это был Данила, доктор Ди, и, собственно, Пин, вот этот утонувший парень. Они вдвоем под какие-то минусовки, выходившие на павиановских кассетах, записали какие-то свои тексты, ну, просто при помощи там двух магнитофонов. Это было где-то году... Ну, я сейчас просто пальцем в небо попаду, если заявлю конкретный год, но я думаю, что это было начало 90-х, я думаю, это был где-то год 93-й, вот так вот. Другого рэпа в городе вообще не было, это, ну, во всяком случае, задокументировано, ничего на эту тему не было совершенно. А мы к тому моменту уже познакомились с несколькими рэп-исполнителями. У кого-то не было своей музыки, там кому-то я стал помогать, собственно, с минусовками. У кого-то своя музыка была. Ну, в общем, вдруг обнаружилось, что в городе есть порядка 5-6 групп или исполнителей, которые, в принципе, ну, занимаются речитативом. По тем временам это было просто, ну, я не знаю, как встретить своего клона или там... познакомиться с, наоборот, там, не знаю, с инопланетным пришельцем. Казалось, ну как так? Ну вот, рэп же, вот мы читаем, и никого больше не было никогда. А тут оказывается, что есть люди, которые в это врубаются и знают, как это делать. Это было удивительно, и поэтому идея рэп-фестиваля, в общем, не заставила себя долго ждать. Афиши на черно-белом принтере, самопальные флеера, которые вырезались вручную ножницами, и какое-то нереальное просто воодушевление. Сколько человек пришло? Пришло около 70 человек. Это было больше, чем мы ожидали. Это был успех. То есть, ну, действительно, как бы, ну, это сейчас очень все смешно звучит, конечно, но для Белгорода в то время, ну, не знаю, 75 человек могло быть на хип-хоп-вечеринке на открытом микрофоне где-нибудь в Москве уже позже, когда я переехал. И никого это, в общем-то, не удивляло, никому не казалось, что это провал. Для нас это, конечно, было очень круто. Это 2001? Это, наверное, даже 2000 или 2001. Я точно не помню. Здесь тут подробную хронологию сложно восстановить. В общем, на тот момент... к этому рэп-фестивалю я уже с рычагами играл. Я сначала у них пилил. А, хотя нет, даже было не так. Пилить сначала пытался у нас Стас, собственно, из того, ну, из состава VIP. Делал он это очень плохо, но он это делал. То есть сквозь гитарное Рубилово проглядывали периодически попытки скретча, и это, в общем, производило впечатление уже какое-то. Я же на тот момент стал играть на басу и читать. Ну, тексты все были джонниковские, на тот момент мы разучили одну мою песню. Ну и, в общем, отрепетировали программу и тоже там выступали в конце, чем вызвали недоумение тех немногих людей, которые пришли на рэп-концерт, а тут им в конце впарили какое-то гитарное Рубилово, пусть и с речитативом, но все-таки. Даже в школе на следующий день меня там встретили на перемене знакомые девчонки и спросили: «Ваня, что там в конце за рок был?» Я не знал, что ему ответить. Я сказал, что это рэп, просто живьем сыгранный. Подожди, а группа VIP выступала на этом фестивале? Ты знаешь, на том фестивале выступала уже, по-моему, группа Face to Face, а это значит, что это был все-таки 2001
первый, видимо, год. То есть ты выступал сначала с Face-to-Face, а потом с рычагами? Знаешь, да. Просто это был, по-моему, как раз переломный момент, когда, ну, группа VIP, собственно, еще существовала, но мы с Адиком решили сделать параллельный проект, собственно, вдвоем вот замутить Face-to-Face. Мы планировали изначально его как более такой андеграундный проект, приближенный совсем уже прям к хип-хопу, потому что группа VIP в тот момент... ну, как-то, знаешь, нам тогда, наверное, казалось, что проект начал загнивать в духе, что... Уже не торт. Что, да, VIP уже не торт в таком духе. Дело в том, что на тот момент у нас уже появилась такая маза, как при помощи того же Саши, диджея-миксера. Администрация, собственно, Белгородской области, отдел по делам молодежи, стали нас звать периодически на всякие уличные мероприятия. Мы даже ездили на одни гастроли на День города в Старый Оскол. О, это была настоящая звездная гастроль. А Адик после выступления ходил просто с какой-то толпой девок, которые просто разрывали его на части. У меня там было небольшое романтическое приключение тоже. С этой девушкой мы переписывались потом еще, наверное, несколько месяцев. Переписывались по-настоящему. Не было ВКонтакта, друзья. Никто не знал, что такое Facebook. И интернета тоже не было почти ни у кого. Люди писали настоящие письма. Вот она что-то писала мне гелевыми ручками, там, типа, с какими-то завихрюшками, всякие лавки-чмавки там и так далее. Конечно, это поинтереснее ВКонтакта было, прямо скажем. Ну, в общем, даже состоялась такая звездная гастроль, по дороге на которую мы, собственно, купили водки, умудрились напиться и протрезветь к моменту выступления, дали реально феерическое шоу, то есть люди просто, ну, были в шоке, как так, нифига себе, на площади перед огромным количеством человек выступает, ну, собственно, рэп-группа, и это было в тот момент, когда, ну, то есть все, конечно, поясничали и кричали «Йоу, камон», когда видели человека в трубах, но, тем не менее, многим это все-таки было интересно, и да и выступили мы неплохо тогда. То есть это было действительно... На тот момент это было серьезное такое впечатление. Ну так вот, нам все-таки начинало казаться, что VIP уже не торт. Как-то хотелось более какого-то хардкор материала, что ли. Мы увлеклись каким-то хип-хопом более агрессивным и жестким, чем то, что демонстрировала группа VIP. Пусть все песни там писал я, но, в общем, от этого всего как-то хотелось уже отмахнуться и сделать что-то менее коммерческое. То есть тогда мы дошли уже до галтелых гонораров за 300-400 рублей за выступление на всех, а это уже был настоящий sell-out. А что ты слушал, кстати, вот на тот момент? На тот момент я слушал... Ну, по-прежнему Нирвану. Ну, Нирвану, кстати, в тот момент я не слушал. Нирвану я стал слушать снова гораздо, ну, не гораздо позже, но уже в Москве. Это был период как раз, когда рок в его... Ну, когда рок без читки меня вообще не впечатлял. Мне, то есть, ну, мне хотелось гитарного рубилова, но я слушал то, что... Из гитарного рубилова я слушал, собственно, Limp Bizkit, Linkin Park, Korn. Ну, то есть, вот все популярные нью-метал группы того времени. Только-только появился Papa Roach. Да и Linkin Park только появился. Ну и Linkin Park только появился, да. Но вообще я слушал больше в тот момент именно хип-хоп такой классический. Я слушал Method Man и Redman совместный альбом. Ну, самый главный совместный альбом, Blackout. Продолжал слушать Beastie Boys. Run DMC, кстати. Run DMC... Прямо в тот момент, пожалуй... Ну, хотя нет, у меня была кассетка с первым альбомом. Ее слушал, но не так активно. Run DMC я как-то вот... Особенно много слушал как-то немножко пораньше, еще во времена, когда нейтралка становилась группой VIP. Вот тогда я слушал Run DMC больше. А в тот момент из хип-хопа что же еще там было? DMX... Большим фанатом DMX, собственно, был Ладик 228. Он прям вообще DMX, у него была куча альбомов. Он скупал диски все, какие находил. И я у него брал слушать, но мне нравилось прям очень. Ну, какие еще группы там были, всякие исполнители.
MC8 у меня был диск. Спёртый с дискотеки в Русичи, его все равно нереально было там ставить. Ну, вот N-Clan, собственно. И... А, вот. И тогда очень меня перла группа Young Black Teenager. Tap the Battle and Twist the Cap, вот эти все. Прям. Очень бодро было, круто. И уже тогда я начал понимать, что... Ну, я слушал, конечно, Wu-Tang и пытался в него врубиться, потому что это было, типа, сакральное знание, которое должны все пацаны, которые все уважают, конечно же, врубиться в это, а те, кто в это не врубается, они просто, как бы, не в нашей секте, и это не будет посвящены в брахманы, как бы. Вот, поэтому Wu-Tang Clan я искренне пытался слушать, но меня все-таки парило, когда на альбоме ZW брался блюзовый сэмпл прямо с куском вокала, просто зацикливался, под это даже не подкладывали бит, и 8000 негров бубнили под это очень-очень долго. Как бы это был все-таки мазохизм, но я честно пытался, вот, и даже делал вид, что мне нравится. А при этом альбом Method Man и Redman меня дико штырил по-настоящему, потому что он действительно был интересный, бодрый и крутой. Сам Wu-Tang в большинстве его ортодоксальных проявлений как-то меня не очень пёр. Ну, то пока я, естественно, слушал, у меня была лицензионная кассета All Eyes on Me. Вот это тоже музыка, которая мне по-настоящему нравилась. Мне вообще, ну, в хип-хопе все равно я искал какой-то, каких-то мелодических хуков, каких-то фанковых рифов, ну, как, какой-то музыки интересной. Вот. Я периодически пытался делать какие-то вещи, ну, типа, в вутенговском духе, ну, то есть именно по музыке пытался использовать какие-то там диссонансы постоянно. Ну, в общем, все то, что у чуваков получалось, потому что они не знают нот, я пытался сделать нарочито. И это было, ну, местами ничего, кстати, получилось. Пару опытов есть таких. Была такая песня «Мой путь» у группы Face to Face, еще там парочку. Face to Face создание. Face to Face изначально мы создали как... по сути, микстейп-проект, но мы ничего не знали тогда об этой терминологии. То есть у нас была такая идея – брать какой-нибудь луп из чужого минуса, срезать, и под него начинать читать суровую правду о жизни белгородских улиц. Первым треком именно проекта Face to Face была песня «Ты и я» с сэмплом, срезанным с группы Outnoise. Не, Outnoise Number One, это не оно. А, вру. Нет, это они случайно были в одной папке. Я позже выяснил, что это за песня. Это группа Street Reporters. Там гитарный сэмпл такой. Ну, в общем, где-то стопудово все слышали эту песню. Это очень хитовый сэмпл. Его из русских рэперов юзали не только мы. Вот. Ну, а что по тексту, это был... по тем временам беспрецедентный рэпак. Там не было ни припева, ни речитативного, ни распевного, никакого. Это был просто суровый гангстарэп от двух школьников, повествующий о том, как два, в общем, друга, таких прям два лучших друга, поучаствовали в какой-то криминальной афере. Потом один из них другого кинул, значит, и его застрелили, и в итоге он решает все-таки отдать эти грязные деньги, собственно, семье погибшего и уйти из жизни сам, если не ошибаюсь. Ну, в общем, нам казалось, что мы просто заглянули туда, где поэзия еще не бывала. Мы создали удивительный мир, где, в общем, ну, Мартин Скорсезе нервно курил в сторонке. Это было... Помнишь какие-нибудь панчлайны? Очень романтично. Панчлайны? Ну нет, не вспомню сейчас уже. Но эту песню, кстати, можно с легкостью найти, восстановить все панчлайны, которые там были. Это, я же говорю, это на дисках издают. То есть все эти кассетные записи, весь этот трэш, который мы с любовью запечатлели на пленке и уже позже на компьютере, все это штампуют пираты под брендом Noise MC на MP3 дисках с ужасающими обложками. Это совершенно не эксклюзив, и это можно найти просто везде. В интернете, так уж вообще просто ВКонтакте, где угодно.